В Алданском районе уже готовятся к республиканскому эсэху. И это не только оргкомитет с вопросами готовности объектов и размещения, но и детские творческие коллективы. С подробностями Татьяна Вахнина. Отрывок из эпоса «Алан Хода» Ниил Рячкин представит гостям на встрече лета. Это будет одно из выступлений, которые школьники Нижнего Куранаха готовят к республиканскому празднику эсэх. Это праздник Исаах. Он проходит летом. Это как у нас Новый год зимой, только у них летом проходит. Учительница якутского языка Наталья Архипова, ответственная за подготовку к празднику Исаах. Под ее началом учащиеся младших и средних классов становятся сказителями Аланхо и запевалами Осоухай. Сейчас Наталья Николаевна проводит очередную репетицию. Дарья Коршкова на празднике предстанет в образе злодейки, дочери Нижнего мира. Скромной отличнице Даши ее героиня нравится. Ну, я играла девушку из Нижнего мира, которая издевалась над богатырем. Детские коллективы Нижнего Куранаха принимают активное участие во всех мероприятиях района, посвященных подготовке к празднику Исаах. На фольклорном турнире, прошедшем в рамках декады родного языка и письменности, школьники показали как знание эпоса, так и актерское мастерство. А праздника Исаах дети ждут с нетерпением. В Осоухо собирается более миллиона людей из разных городов или стран. На репетициях Наталья Николаевна не жалеет времени на объяснение. Сложение образов из национальных черт, основные мотивы, отражение в эпосе традиций, знакомясь с фольклором, ребята прежде всего познают уклад народа саха. Дети с удовольствием занимаются, и они уже, вот если исполняют даже отрывок из Алхо, они вот вживаются в роль. Вот, поэтому и они, конечно же, изучают культуру, узнают. Например, Дейрбек, он из Узбекистана. И вот он впервые соприкоснулся, что такое осохой. Вот, и ему очень понравилось. К выступлению на празднике Исаах ребята готовятся с полной самоотдачей. В процессе чтения текстов и оттачивания техники исполнения школьники увлекаются изучением якутской культуры в целом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, поселок Нижний Куранах, Алданский район.